Вечерний Ростов встретил нас колокольным перезвоном. После небольшой вводной информации мы пошли снимать кино. Конечно же, это было, Иван Васильевич меняет профессию, ведь снимался, но именно в Ростове. Будьте здравы, гости дорогие! Граждане, приглашаем всех на дегустацию ростовских меда и медовухи. А кто за банкет платить будет? Не знаю, во всяком случае не мы. Поехали, цены, царская грамота. Дубль первый. Поехали. Грамота. А то всех на дыбу! Ишь ты, зашел. Сам бывало заслушаюсь, как Марья Васильевна рассказывала. Да, в Рио царя. Так вот, да? Уважаемые гости, мы сегодня вас, как самых почетных гостей, чествуем в Белой палате. Белая палата – это сокровенное место всего Ростовского Кремля, потому что в 1883 году здесь был основан первый музей церковных древностей. Самых выдающихся церов по изготовлению подвижных колокольчиков. Кадр первый. Гуляют все! Что такое у вас в руках? Песня. Кадр 21, дубль 1. Поехали! Тишина какая-то непонятная. К чему это?